В сети появился постер к фильму «Странный дом» с Мамией Шотару и Джиро Сато. Картина основана на одноименном мистическом романе 2021 года автора Юкетсу. Режиссером выступит Ишикава Джуничи. Сюжет фильма «Странный дом» разворачивается вокруг непопулярного ютубера Амемия, который снимает видео об оккультизме и мистике. Однажды менеджер Амемия переносит ему чертеж плана дома. Менеджер рассказывает, что чертеж выглядит как обычный план, но в нем есть странность. Амемия начинает изучение плана, и к нему присоединяется Кирихара, архитектор и поклонник загадочных дел. Вместе герои пытаются раскрыть тайну дома. Премьера фильма «Странный дом» состоится 14 марта этого года.